Владимир Андреевич, пожалуйста, есть что добавить? Время есть? Ну, буквально немного там еще. Но мы ждем там сейчас. Там как только зайдут, мы сразу туда зайдем. Там у нас совещание на федеральном уровне ВКС. У нас 478 заявок, объем заявок возрастает, больше 8 тысяч заявок уже принято, за вчерашний день 301 безвозмездная. Хочу поблагодарить депутатов, которые активно считают, что это очень важно здесь на штабе, люди смотрят, и чтобы понимали, что их труд маленький, иногда большой, он учитывается, и он, так сказать, мы высказываем благодарность этим людям. Поличук и Скворцова, 250 безвозмездных продуктовых наборов. Депутат Колын, 3000 куриных яиц передал безвозмездно. Депутат из Феодосии. Я извиняюсь, Владимир Андреевич, закончите, пожалуйста, штаб все смотрит, уважаемые коллеги. У меня совещание с премьер-министром, видеоселекторное. Давайте тогда на завтра. Ну, давайте на завтра, да? Да, я завтра лучше. Хорошо, зачитаю, договорились, сейчас, просто да. Уже начинается, да, Михаил Владимирович там уже в студию заходит. Значит, все, давайте, уважаемые коллеги, завтра. Всем спасибо за работу, значит, завтра штаб в 10:00. Спасибо большое.